Мы продолжаем знакомить вас с новостями в студии Алмаз Аши. Казахстанцев на Байконуре будут лечить отечественные врачи. Соответствующий законопроект на пленарном заседании ратифицировали депутаты Сената. Он позволит нашим гражданам получать гарантированный объем бесплатной медпомощи, а также бесплатно проходить скрининг. На сегодня жителям Байконура, а также поселков Туретам и Акай, медпомощь оказывается в соответствии с российским законодательством. Бесплатными лекарствами жители Байконура обеспечены лишь по 31 заболеванию, тогда как все остальные казахстанцы по 49. Депутаты также обратили внимание министра на вопрос заработных плат медиков в регионе. В частности, сенатор Мурат Бахтиярулы рекомендовал рассмотреть вопрос повышения зарплат для медработников Байконура, поскольку медпомощь и тарифы на коммунальные услуги в этом городе выше, чем в других регионах страны. Доработать законопроект рекомендовали депутат Сената Бекмырза Еламанов. В 4 статье, рассматриваемый законопроект, на космодроме и в самом городе Байконур все санитарно-эпидемиологические проверки и мероприятия проходят в соответствии с законом Российской Федерации. Это вызывает беспокойство среди населения. То есть лечение предполагается в казахстанских клиниках, а профилактические процедуры вакцинация в российских. Не станет ли это проблемой в будущем? В основе соглашения общий городской санитарно-эпидемиологический контроль в компетенции российских медучреждений. Но некоторые медорганизации взяты под контроль Комитета охраны общественного здоровья. Мы продолжим работу с нашими российскими коллегами. Думаю, со временем решим и этот вопрос. Казахстанцы чаще соседей по СНГ вступают в официальный брак, но при этом распадается каждая третья семья. Решение этой и других проблем Института семьи обсудили сегодня в Астане. Как рассказала госсекретарь Гульшара Абдыкаликова, в стране работа по защите прав и интересов семьи проводится чаще всего по факту наступления кризисной ситуации. И это нужно менять. Вместе с тем, ориентация государства на поддержку семьи уже дает свои плоды. Разработана и внедрена система адресной помощи женщинам и семьям с детьми. За 10 лет ее бюджет вырос в 5 раз. Благодаря поддержке усыновителей около 4500 детей возвращены в семьи. Закрыты 25 детских домов. При участии неправительственных организаций 31 кризисный центр по стране помогает в борьбе с бытовым насилием. Как отметила госсекретарь, необходимо не просто скоординировать работу госорганов в поддержку семьи, но и перенимать лучшие мировые практики. Сегодня государственная семейная политика – это один из основных приоритетов нашей социальной политики. В 2016 году указом президента утверждена концепция семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года. В ней ключевой составляющей определено укрепление института семьи. Очередной этап образовательной программы для афганских женщин при поддержке ЕС будет проходить в трехстороннем сотрудничестве Казахстана, Узбекистана и Афганистана. Об этом заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини, приветствуя в видеообращении из Брюсселя участников Астанинской международной конференции по расширению прав афганских женщин. Сегодня около 3 миллионов девочек в Афганистане посещают школу. 1/5 студентов вузов – это девушки. Однако афганские женщины продолжают сталкиваться со многими вызовами во всех сферах жизни, и поэтому необходимо продолжить их поддержку, подчеркнула Могерини. ЕС всегда оказывал и будет оказывать поддержку афганским женщинам. Сегодня я представляю нашу новую программу на сумму в 2 миллиона евро для получения образования афганских женщин в Центральной Азии. Она повысит их экономические возможности и сделает их более независимыми. Программа будет проходить в трехстороннем сотрудничестве Казахстана, Узбекистана и Афганистана. Поддержка центральноазиатских соседей жизненно необходима этой стране. Мир, крепкое региональное экономическое сотрудничество и взаимодействие принесет пользу всем афганцам, а также всему региону. К другим новостям. В Украине за последний месяц в третий раз повышается цена на нефть и на 5% обесценивается национальная валюта. Это привело к тому, что операторы АЗС поставили рекордно высокую цену на бензин марки АИ-95. Эксперты прогнозируют увеличение стоимости коммунальных услуг в 2 раза на период начала отопительного сезона. Подробнее об экономической ситуации в Украине в нашем следующем сюжете.
Финансист Андрей Блинов нестабильность цен на бензин связывает с политическим кризисом в стране. Связано это с напряженностью в связи с предстоящими в следующем году президентскими выборами и парламентскими в Верховную Раду. Поэтому иностранные инвесторы с недоверием смотрят на рынок страны. Ситуацию усложняет немалый внешний долг Украины. Все понимают, что разгоняется компания, и некая неуверенность инвесторов есть в связи с этим. Кроме того, активно инвесторы-нерезиденты заходили в украинские бумаги, чтобы заработать краткосрочно на разнице процентных ставок и на выгодности обменного курса. Так что с июля месяца происходит снижение курса гривни. Если он составлял еще в начале июля 26 гривен за доллар, то сейчас уже 28,5. И мы понимаем, что это не предел. Валюта по мере осени будет постепенно девальвировать. Все это привело и к увеличению стоимости на бензин и нефтепродукты. А значит, повысится стоимость и на коммунальные услуги. Скоро, в период отопительного сезона, по прогнозам экспертов, цена на них может вырасти почти в два раза. Новый виток роста цен на нефтепродукты в Украине, который происходит за последние две недели, в первую очередь связан с девальвацией национальной валюты. На сегодняшний день стоимость бензина А95 и дизельного топлива в Украине достигает максимумов исторических. Ослабление гривны также зависит от сокращающейся госказны. Экономике Украины сейчас как никогда нужно финансирование от кредиторов и Международного финансового фонда. По соглашению между официальным Киевом и Европейским Союзом, к концу сентября Украине предоставят финансовую помощь в размере 1 миллиарда евро. Айдана Карибжанова, Аида Кадырбай, Михаил Мищенко, Хабар 24, Украина. Власти Венесуэлы решили поднять цены на нефть до международного уровня. Сейчас они, благодаря субсидиям государства, самые низкие в мире. Насколько именно подорожает бензин, неизвестно. Меры вступят в силу в октябре. А пока правительство ввело новую систему оплаты за топливо. Пилотный проект запустили в 8 приграничных штатах. Жителям, у кого на руках карточки Отечества, компенсируют дополнительные расходы. Тестирование новой системы привело к большим очередям на заправках. Многие установленные устройства должным образом не работают. Владельцы заправок ждут, когда заработает система, чтобы продавать бензин. Люди не знают, что случится. Правительство не называет цены. Все очень неопределенно. Цены на нефть считаются одной из главных причин кризиса в Венесуэле. Людям не хватает еды и лекарств. Многие жители бегут из страны. Ежегодно, по оценкам экспертов, Каракас теряет 5 миллиардов долларов, не продавая топливо по международным ценам. В одном из крупнейших городов Ирака, Басри, второй день продолжаются массовые протесты. В результате столкновений митингующих и сил правопорядка погибли 6 человек. Около 100 ранены. Среди пострадавших 22 полицейских. Манифестанты выступают против безработицы, отсутствия соответствующих госуслуг и укоренившейся коррупции. Но последней каплей в чаше терпения жителей стали проблемы с электро- и водоснабжением на фоне одного из самых жарких периодов. Сотни людей собираются возле здания госорганов, швыряя в них бензиновые бомбы и блокируя дороги. Так, накануне митингующие сожгли администрацию города. Для разгона толпы правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. В связи с массовыми беспорядками в Басре введен комендантский час. В столице Боливии по итогам массовых беспорядков задержаны почти 150 легальных производителей коки. По сообщению властей, так называемые «коккалерос» разгромили пожарную станцию и несколько полицейских постов. Аграрии выступили против законопроекта, который позволяет еще одному региону выращивать коку, который, к слову, считается оплотом президента Эва Моралеса. До этого времени коку разрешалось выращивать всего на 12 тысячах гектаров. Но, по данным ООН, реальная площадь таких посевов в два раза больше. В этой стране растение имеет традиционное культурное, медицинское, промышленное использование. Почти 70% индейского населения жуют листья коки. Сам Моралес в свое время занимался сбором листьев коки и до сих пор возглавляет один из профсоюзов крестьян коккалерос. Глава КНДР Ким Чен Ын не согласен с мнением Вашингтона о том, что нет прогресса по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. Политик попросил посланника Южной Кореи передать данное сообщение американским властям после встречи с ним в Пхеньяне. Северокорейский лидер также отметил, что демонтаж полигона Пхунгери –
практически лишил страну возможности проводить новые ядерные испытания, и международное сообщество не оценило в полной мере шаги Пхеньяна. В то же время Ким Чен Ын заявил, что все еще надеется на завершение процесса урегулирования ситуации на полуострове и нормализации отношений с США до окончания президентских полномочий Дональда Трампа в январе 2021 года. В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области продолжают допрашивать свидетелей уголовного дела о крупных хищениях нефти. На скамье подсудимых несколько человек, которые, по версии следствия, объединились в организованную преступную группу, и один из главных фигурантов этого дела – гражданин Беларуси. Именно поэтому в суде преступная группа проходит как транснациональная. Состоит она из 5 человек – это руководители и сотрудники нефтяных компаний. Напомню, задержали подозреваемых еще в декабре 2016 года. Все это время шли следственные мероприятия, и по версии обвинения с апреля по декабрь 2016 года ОПГ занималась кражей нефти с месторождений и под видом смеси нефтепродуктов вывозилась за рубеж. Всего было похищено более 13 тысяч тонн нефти. Ущерб государству оценили в 1 миллиард 435 миллионов тенге. Подсудимым вменяется сразу несколько статей Уголовного кодекса. Признать недействительным решение о передаче бизнесмену земли рядом с жилыми домами предложили в прокуратуре Павлодара. Причина – грубое нарушение санитарных и эпидемиологических норм. Напомню, наши корреспонденты следят за развитием противостояния жильцов трех многоэтажек с предпринимателем, который незаконно захватил часть городской земли и планировал построить на этом месте новое увеселительное заведение. Бизнесмен уже успел вырубить все деревья в небольшом сквере, чем вызвал серьезное негодование жильцов. По проекту кафе и бильярдная с собственной парковкой должны были подключиться к инженерным сетям, питающим близлежащие дома. Как заявляют жильцы, их старые коммуникации могут не выдержать такой нагрузки, и зимой им не миновать серьезных аварий. В акимат города, куда бизнесмена трижды приглашали для встречи с населением, он ни разу так и не явился. Мне вот если загородят, то я что буду видеть? Целыми днями я сижу дома и голые эти стены буду смотреть. Все будет загорожено, ни света, ничего, ни это самое. Мне это не нравится, конечно. И тем более будет шумно. Зачем это нам нужно? Должно же быть какое-то расстояние. На сегодняшний день мы получили представление прокуратуры города Павлодара об устранении нарушений правил законности строительства на данном земельном участке. На сегодняшний день будет строительство приостановлено до выяснения всех обстоятельств. В Шымкенте к новому отопительному сезону поменяют 50 километров трубопровода. Часть участка за счет инвесторов. Всего на ремонт планируют потратить почти 105 миллионов тенге. При этом долги горожан за теплоснабжение превысили 200 миллионов. И после реконструкции снизится риск возникновения аварийных ситуаций, улучшится качество подачи тепла, уверяют специалисты. В целом на сегодняшний день Шымкент готов к отопительному сезону на 85%. К слову, последнее повышение тарифа на тепло было осенью прошлого года. Тогда цена выросла почти на 3% и составила 127 тенге. В прошлом году мы заменили около 70 километров труб, изолировали 42 километра. На этот год планируем заменить 50 километров, из них 11 в рамках инвестпроекта, а остальные 39-40 за счет городского бюджета. В Усть-Каменогорске проверять подготовку к отопительному сезону теперь будет специальная рабочая группа. Создана она, чтобы оперативно решать возникающие проблемы. В середине лета уже поднимались вопросы о недостаточной поставке угля в регион. Но сегодня сложностей с этим нет, работы идут по графику, так уверяют специалисты. В этом убедились все участники рейда по теплоцентралям города. На Согринской ТЭЦ уже заготовлено больше 50 тысяч тонн твердого топлива. Для дальнейших поставок заключен договор с угольными разрезами Каражира и Майкубин. Предусмотрен уголь и для населения. Всего для обеспечения частного сектора областного центра требуется 36 тысяч тонн топлива. Около половины этого объема уже доставлено в город. В прошлом году были некоторые проблемы, знаете, поэтому есть
объясним ажиотаж для населения. Сейчас мы обеспечим углем все, во всех тупиках, ну, у нас основные два тупика, имеется уголь. Мы с каждой КМС работаем с населением, наш комитет местного самоуправления, и через них даем объявление, объясняем, где что и контролируем цены, самое главное. На связи с родными. В воинской части 6505 Карагандинской области впервые в республике провели онлайн-встречу родителей с молодыми военнослужащими Национальной гвардии. На связи были сразу несколько регионов страны, куда отправились служить карагандинские парни. В части собрались родители порядка 100 солдат. Для них провели экскурсию и показали, в каких условиях сейчас проходят службу гвардейцы. Рассказали, какие служебно-боевые задачи выполняют войска правопорядка. В прямом эфире было возможно обсудить и проблемные вопросы прохождения службы. Впредь подобная практика будет внедряться по всем воинским частям нашей страны. Мы сегодня проводим, может, в таком более широком формате, а еще будем более уже проводить. То есть в субботу, воскресенье, где родители могут созвониться, у нас будут специальные комнаты, где они могут приходить и просто в режиме онлайн разговаривать с родителями, понимаете? И какие-то вопросы, моменты. Там будут наши психологи, это тоже одно из направлений. То есть мы не хотим закрываться. Искусственный интеллект, голосовое управление и всевозможные гаджеты будущего, которые в скором времени появятся в магазинах, представили на международной выставке в Берлине. С новейшими разработками в сфере электроники и бытовой техники ознакомилась наш корреспондент в Европе Шолпан Найманбаева. Выставка IFA в Берлине – самая крупная технологическая ярмарка в мире. Впервые она распахнула свои двери в 1924 году. Именно здесь каждый год мировые производители презентуют свои новинки. Главными новшествами этого года стали телевизоры с разрешением 8К и еще более умные дома, где всей техникой от стиральной машинки до пылесоса можно управлять с экрана смартфона. А это еще одна новинка – холодильник с четырехъядерным процессором и HD-экраном. Как и другие гаджеты в доме, он подключен к Wi-Fi и дает возможность слушать музыку, заходить в интернет, смотреть новости, к примеру, на Хабар 24. А внутри множество камер, которые могут сообщить, если у вас закончилось молоко или яйца. Но если все-таки вы не успели сходить в магазин, то умный холодильник, проанализировав, какие у вас остались продукты, может предложить ряд различных рецептов. Мне нравится интерактивность выставки. Можно собирать пункты и выигрывать призы. И, конечно же, узнавать что-то новое. Можно увидеть, насколько техника шагнула вперед. Мне понравились огромные телевизоры. Также здорово, что на стендах можно было сразиться виртуально с профессионалами. Впервые я попал на эту выставку 30 лет назад. Я помню, как представляли технологию HD в телевизорах. Сейчас же здесь презентуют супертонкие телевизоры, и не нужно ждать несколько лет. Можно сразу заказывать. И по сравнению с прошлыми годами, я вижу, увеличилось количество умной техники для дома. Мне понравились технологические решения в этом направлении. Дверь, которая самостоятельно открывается, если узнает ваше лицо, подводные наушники, электрические ролики, которые разгоняются до 12 км в час, тоже в числе инноваций. В ассортименте представлены и дроны, которые с каждым годом становятся компактнее и быстрее, а тем самым завоевывают все больше поклонников, как среди любителей, так и профессионалов. Один из самых популярных сегментов – это дроны для путешествий. Цена на них от 500 евро. Он легко раскладывается, и в воздухе он может находиться больше получаса. Скорость 72 км в час. И, конечно, снимает качественную картинку. Другой сегмент – это профессиональные дроны, которые используют спасатели, пожарные и полицейские. В этом году на выставке IFA свою продукцию представили 1800 стендистов, а за 6 дней ярмарку посетили 245 тысяч человек из более чем 100 стран. Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский, Хабар 24, Германия. Израильская художница создает скульптуры из соли Мертвого моря. Художница использует любопытный способ, где половина работы – это действие уникальной морской среды. Она опускает основу в воду, где заготовки находятся, пока не покроются солью, словно инеем. Например, вот эта балерина, которую вы сейчас видите, скрылась под таким слоем кристаллов, что весит около 200 килограммов. Чтобы извлечь ее на поверхность, нужен подъемный кран.
По словам автора, скорость кристаллизации зависит от температуры, а форма – от прихоти природы. В следующем году соляные скульптуры можно будет увидеть в Музее современного искусства в Австрии. Наш эфир продолжит брифинг службы центральных коммуникаций.